Вот уже на протяжении 2 лет Михаил Литвинюк занимает, казалось бы, обычную должность водителя такси. Однако есть одно уточнение. Такси социальное, предназначенное в первую очередь для перевозки людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Как правило, это инвалиды-колясочники, для которых дальняя дорога всегда сопряжена с трудностями. Именно с ними и помогает справляться Михаил Дмитриевич. Ему, несмотря на сложности, работа нравится. Тяжело, что больных очень много. Когда не сталкиваешься, то не знаешь это, а когда столкнулся, очень много инвалидов, и проблема в том, что одна машина на город. Машина оснащена электроподъемником, специальными креплениями для инвалидных колясок и рассчитана на одновременную перевозку 3 пассажиров. Именно из-за наличия электроподъемника социальное такси стало незаменимым транспортом для людей, прикованных к инвалидной коляске. Однако, кроме них, услугой ГАЗа-32213 пользуются и инвалиды 1-2 групп, одинокие нетрудоспособные граждане, участники Великой Отечественной войны, дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. В день количество желающих воспользоваться социальным такси доходит до 10 человек. Пункты назначения у всех пассажиров, как правило, не выходят за пределы города. Чаще всего просят отвезти в больницу. Однако иногда маршрут пролегает через районные центры в столицу. Машина довольно-таки востребована, потому что, в общем-то, она, наверное, единственная в городе, оборудованная лифтом-подъемником. И заказать такси можно либо по телефону, либо непосредственно на приеме у специалиста. Если маршрут такси ограничивается в пределах города Бреста, то не ранее, чем за сутки. А так как наша машина совершает свои заказы и в другие областные центры республики, неоднократно в город Минск, то тогда не позднее, чем за 3 дня принимаются заявки. Стоимость проезда для всех категорий граждан составляет 3050 рублей за километр. Цена более чем умеренная. А учитывая тот факт, что многие пассажиры благодаря этой услуге облегчили себе жизнь, можно уверенно сказать, социальное такси – важный шаг по созданию безбарьерной среды.